have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы двигаемся самым малым вперед, можно даже немножечко подбавить, вот так вот, о, сохранение как раз прошло, и посмотрим на радаре, что у нас где появится. Две какие-то вещи ждут нас впереди, это мы узнали с прошлой серии. Одна сверху, одна чуть-чуть под нами. Сверху это значит, что мы скоро куда-то упремся, что ли? Как бы мне мачту-то не обломать. У меня с починками так себе дело. Мы сейчас очень медленно идем. Но я не хочу разгоняться, потому что мне кажется, у нас впереди очередное препятствие. Ага. Мы просто в камень вперлись. То есть это были хоть какие-то ворота, что-то где-то как-то, а сейчас все, нет. И что там под нами? Тут есть какой-то проплыв, но он подводный. Тут мы как раз собирали вещи. Я даже не знаю. А туда попасть никак нельзя? Выглядит как будто никак. А, тогда тут нет никакого проплыва. Хорошо. А что я получу на этот раз-то? Какой-то носовой бур? Вряд ли. О, тут деревянная уточка. Вот что это. Хорошо, мы выяснили, что что там было спереди нас. Это была деревянная уточка. Я не буду ее сжигать, я отнесу ее к себе в комнату. Деревянных уточек сжигать нельзя. Это противозаконно. Эх. Я знаю, что тут некоторые ачивки завязаны на этом, что какие-то вещи нужно взять, провести, протащить, то все это. И поэтому я каждый раз расстраиваюсь, когда мне не получается что-то забрать. Какие-то цветочки, какие-то, ну, мелочи такие. Эх, бывает жаль. Поехали наверх, посмотрим, что нам предложат. Лестница до черта высокая. Ой, тут починочка свежая. Главное ее не провтыкать. Ой, там олень. Знаете что? Уж не хотите ли вы мне сказать, что вот этой штукой я смогу... А зачем? Ну хорошо, допустим, значит здесь я смогу что-то поднять, чтобы отнести это туда. При том, что у меня есть свежая починка здесь. Надо ее, пожалуйста, не провтыкать в этот раз. Я просто не уверен. Я бы ее прямо сейчас скинул бы на корабль. Просто не уверен, придется ли тут что-нибудь чинить. Потом с ней снизу ползти, ну такое себе. Две лестницы. А, да то я бы, наверное, не допрыгнул, мне кажется. Она сломана. Модуль. Модуль чего? В
Стой. Ты что такое вообще? Нет, стой, 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 стой. Я случайно, я не хотел. А что дальше, кстати? Что-то есть дальше. А, еще что-то. Нет, отпусти. Ай. Я пока не пойму. Ну, как бы что-то явно, что-то с этим надо сделать. А, вот так. Отпусти. Это место стыка какое-то. Я пока просто не вполне понимаю, что мы хотим сделать, ладно. О-о-о-о-о, ох ты ж, ёлки! Оно за счет силы ветра вращается и опускает один модуль на другой. Красиво, не спорю. И что я с этим должен? Это как-то должен зарядить? Погодите, мне нужно там переключить в другую сторону, да? Да. Тут весы туда-сюда ходят. Нет, все, конечно, круто. Я могу это тащить? Не могу. Тогда... А, да? Серьезно? Хорошо, давайте так. Я думал, что мне что-то сюда придется подтащить. Ну, это в принципе логично. Тут скоба. Нет, стой! Нет! Есть, щелкнуло. Быстрее бегать не могу. Ну и в принципе ладно. А, значит. Знаешь что, дружище? Стой. Это я положу здесь, и надо будет потом его с собой как рюкзачок забрать. Меня не убьет этим вообще сейчас. Стой. Я с собой починочку заберу.
Меня сейчас, я могу сейчас попасть в катсцену, еще куда-нибудь. Мне не дадут этого сделать. Я сразу с собой заберу починку, а потом уже будет все остальное. Положи. Где я могу ее повесить? Не буду ее вешать. Хотя, ну давайте, целую починку я повешу вот здесь внизу. Ну, не повешу, а поставлю, да. Я уже успел подумать об этом, что, типа, я могу и случайно сожрать в этом. Как топ... Кстати, интересно, а использованную починку можно сожрать как топливо? Надо будет проверить. Оно так гудит немножечко на подсознание. Даже не знаю. Давай, давай, чеши, лезь. Хорошо, мы эту штуку загрузим и... Нет, 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 дружище, стой. Вот сюда. И вот сюда. Возможно, это запитает нам... У нас есть уже этот модуль. Возможно, это просто запитает нам наши невиданные доселе. Да, 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 да. У нас уже есть этот модуль, просто он не запитан. Поэтому... Здесь мы все сделаем так, как и было. Поднимем, отвернем. Может, кто-то еще пользоваться будет, кто его знает. Итак, активируем. Освободилось, кстати, место под следующий модуль. 20 тысяч лье. А, понял. Это получается... Нет, стой. Парус к черту. А он по-другому никак не убирается. А как тогда? Может, двигательно? Ну, наверное, да, двигатель надо включить. Или нет? Нет. А что я тогда должен сделать, извините? Может, починить его, кстати? Вроде нет. А! Все, понял. Блин, это же логично. Че я туплю-то так? У нас же есть вот закачка воды. Надо переключить в обратную сторону. Да! Это погружение. Мы просто заполняем балласты сейчас. Гляньте, у нас альтернативные лопасти появились. Получается, продувка этого самого балласта, мы всплываем, скорее всего. Тут закачка, тут же переключаешь и продувка. О, как красиво-то! Что-то впереди есть. А
куда теперь пар пойдет, не подскажете? Ведь использование требует шноркеля. Да пофиг. Честно, пофиг, как они это оправдают. Это выглядит просто бомбически. Что-то спереди есть? Надо будет это подобрать. Мы можем находиться под водой. Я пока что заглушу двигатель. Я хочу пойти осмотреться. Мы проломили эту преграду перед нами. Сейчас я смогу выйти. Да, теперь там шлюз герметизируется. Ох ты ж. Еще один фонарик. Оно по пузырям теперь будет видно, где что-то есть, да? А вот теперь как избавиться от привычки искать свою лодку наверху? Тут, кстати, надо будет всплывать, потому что это нас может повредить. Ну это офигезно все, конечно. Это у меня просто нет слов. Это настолько круто. То есть игра не только стала шире, грубо говоря, в твоих действиях, также можно и корабль погрузить, и... Ну нет. Я бы хотел сказать, что нас тут еще и научат летать, но нет, летать нас тут точно не научат, потому что это все-таки огромное судно. Оно вообще не аэродинамично никак, поэтому... Но я доволен просто как слон. Что тут у нас еще есть? Ладно, пофиг, я и так с грузом, зачем я иду дальше? Неизвестно. Нужно будет регулировать балласт. Включить малый ход. И регулировать балласт, чтобы пройти по этому фарватеру. Ёлки-палки. А это интересно, но это сложно. Так, получается воздух. Нет, 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 нет! Нет, мы ударимся! Продуваем. Заполняем. Это офигезно. Нет, 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 вверх. Ходу. Так, не сесть бы никуда, осторожно. Радар, кстати, включился. А я не знаю, зачем нам на такую глубину. О, там что-то есть. Очень удобно, что как только начинаешь регулировать продувку балласта, у тебя камера сразу отдаляется без какого-либо другого вмешательства. То есть они такие: окей, мы понимаем, ты рулишь.
там что-то внизу есть. А мы сейчас остановимся об эту штуку, да? Не поломаемся? Не поломаемся, хорошо. Поехали. Я бы собрал это топливо просто. Чьи-то пожитки. Мне проще сейчас потратить вот этот ход. Но, да, пусть движок остановится. Но собрать эти вещи, потому что... Наверху у нас есть вариант передвигаться на парусе под водой. Такого варианта нету. Фух. Вот это вот, конечно, да. Приятно, что столько выходов есть. А бульбочки остаются. То есть бульбочки у нас обозначают те места, где есть лут, но когда лут забираешь, бульбочки все равно остаются. Нет, ну что ты... Подцепи. Вот такие вот моменты немножечко... Они не раздражают, но все же... Так, нам нужно продуть... Давайте еще одну подкинем. Попробуем всплыть. Я думаю, мы прошли под тем местом. Погружение в атмосферу, блин. Там есть? Вроде не горы над нами. Ну-ка. Сейчас посмотрим. О-хо-хо! Блин, он заглох. Стоп, под нами что-то есть. Или перед нами, сейчас посмотрим. Сохранение прошло. Будем сейчас следить за радаром. Посмотрим, что там именно есть. Видите, переместилось ниже. То есть мы подходим. Сейчас в идеале мы должны бы остановиться прямо над этой штукой. В идеале. О, там каких-то две вещи. Слушайте, там прям много чего. Стой! Мы что-то уже прям пропустили. Хорошо, стоп машину. Поехали посмотрим. Давайте немножко на... Да, вот. Блин, ну тут много чего. По идее, сюда можно было бы подойти подводным путем. Фух. Нас никто не заставлял всплывать. Это я... Может, сам такой, типа, давайте наверх.
Интересно, как парус себя чувствует после погружения. Я просто не знаю, как парусины реагируют на намокание. По идее, должна бы нормально реагировать, поскольку в море он же и дождь идет, и все дела, и парусина мокнет регулярно. Хотя, вроде как в грозу, в шторм, парус убирают, чтобы его не порвало. К сожалению, я про эту тему очень мало знаю, поэтому ничего не могу сказать. А теперь захотелось узнать больше, потому что я в этом сейчас нахожусь. Не то, чтобы мне это прям важно, а просто хочется знать больше. Так, забираем все и пойдем посмотрим, что у нас еще по радару. Вроде как что-то еще прям под нами должно находиться. И что-то то ли спереди, то ли... Так, это мы можем сюда зайти через нижний люк. Очень приятно сделано, столько входов, столько возможностей. Прям на пользу себе, на здоровье со всех сторон. Откуда еще так? Что-то спереди прям под нами. Пойдем глянем. Понял, это возможно как-то взломать. Хорошо, что наш корабль это все вытаскивает. Круто, да? У него хватает мощности этих моторчиков. Приятно. Подвинуть, не взломать, подвинуть. Мне не надо держать, оно дальше само работает. Я что-то держу. Так, и что мы получим? Пойдем глянем. Интересно. Я пока не буду тросы цеплять, потому что мало ли оно там на натяжении работает или что-то такое. Ёшкин кот. А дальше там что? Ничего нет, хорошо. Но надо было проверить, потому что мало ли. И оно каждый раз открывается, закрывается. А тут откуда берутся пузырьки воздуха, это другой вопрос. Можно сюда, но в любом случае ведет нас. Ох. Да. Это сдвигается. Это круто, мы там что-то такое нашли. Ну, кроме лута, соответственно, там были какие-то останки технологий, непонятно чего. Все, тут больше ничего нельзя исследовать. Давайте тогда подымем, посмотрим, что нам выпало. Что в этом киндер-яйце? Происходит под водой и практически не видно, потому что зеркальное отражение. Итак,
Я пока, может, что-то как-то не разобрался. Может, оно особо ценное какое-то. Не знаю. Вот эти еще... Ай, там пару вещей тут, пару вещей там. Все разбросано, все раскидано. Надо топливное... Все, что топливное, все, что это мы хотим, надо в трюм скинуть. Потому что тут будет мешать. Ну, тут еще три этих штуки висят. Да, согласен, пусть будут. Сюда это можно вот так повесить. Что тут вообще такое? Всякие ящички, чемоданчики, сверточки. Интересная лабудень такая. А внизу до сих пор что-то есть, прикиньте. Ну-ка. Внизу до сих пор что-то есть. Может, как-то... Может, уже не связано с этим? Может, как-то дальше? Давайте посмотрим. Вот тут где-нибудь. Нет? А это немножко... Странно. А! Реально что-то есть. Ну и проход дальше, собственно. Вот это масштабно. Вот это, блин, эпично. Включите свет, ачивка пришла. Я забрал с собой какой-то то ли ключик, то ли... Ну, явно статуэточка какая-то. Ну-ка. Я и не буду сжигать. Я ее, наверное, тоже отнесу к себе в комнату. А... Помню, в первой части у нас были с этим некие проблемы. Потому что под конец игры комната начинала напоминать просто склад огромный, такой барахлище. А, ветра нет, ладно, разжигай. А, ну, есть чем разжигать пока что, поехали. Пройдем хотя бы через эти ворота, я не знаю, что будет. Сохранение будет, что я не знаю. Наверное, сохранение будет, потому что мы решили... некий квест. Исследование тут, конечно, да. Стойте, а вот это ж полный вперед, малый вперед. А, тут надо погрузиться, прикиньте, да. То есть у нас нет экстренного тормоза, но у нас есть некое управление двигателем. А, так, дружище. Огонь потух. Это жаль. Так, отпусти. А, подкинь. И это подкинь. Что у нас где? Радар начал работать. Это значит, что что-то где-то есть. Два раза надо, да? Два раза, поехали. Двигатель-то на холостых. Давай, малый, вперед. А радар? Радар перестал работать. А в таком положении теперь даже не знаю, где мне лучше оставаться. Снизу или сверху. Ладно, прошло сохранение.
Я думаю, тогда, ребятушки, будем на этом заканчивать. Посмотрим уже в следующей серии, куда мы попадем. Начнем мы с сохранения, поэтому вряд ли мы это место... Давайте я даже остановлю, чтобы лишнего не было. Начнем тогда уже с этого места. Я надеюсь, что с этого же сохранения нас и подгрузит. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.